Друзья мои, доброе всем утречко. Вчера вечером мы приехали вот сюда, в это, как правильно назвать, прекрасное место. Здесь, в этом дому, мы зарезервировали на неделю. Здесь мы отдыхаем. Ребята мои снегоходы свои привезли. Вот. Уже вчера ездили. В общем, здесь такая красота, как в сказке. Такие коттеджи здесь стоят. Просто неописуемо. Столько снега. В общем, одним словом, красота. Так, мои пацаны собираются на лыжах кататься. Уже один вот готов. Дом в 3 этажа. Классно. Здесь вот дальше по улице вниз, везде вот такие домики стоят красивые. Такая красота. Но я вам скажу точно, как в сказке. Да. Красиво, красиво. Мы первый раз мы вот так с семьей собрались на зимний отдых. Все, мои ребята пошли. Все, мои мужики все готовы. Сейчас пойдут кататься на сноубордах. Погодка у нас классная. Такая тишина. Ветра нету. Такие классные домики здесь стоят. Просто прелесть. А это вот вид на наш домик, где мы поселились.
Смотрите, какая красота. Горы. Вот тут на лыжах катаемся. Отели. Ну да. Und dann Davis sich auf Ski, Davis. Вот они мои пацаны. Вот. Вся вот эта вот толпа, все мои. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Hi guys. Вот они все мои. Посмотрите, какая красота. Сегодня у нас день покатушек на снегоходах. Вот они уже готовятся. Сейчас будут разгружать. Ну и потом покатушки. Thank you.
Belt is a little loose, eh? It was more loose. Yeah. Thank you.
That's it, eh? What a fun day, eh? What do you think? Fun, eh? Ну вот, накатались, опять загрузили на трейлер и назад к нашему домику, где мы отдыхаем. После покатушек на лыжах надо, конечно, и покушать. Салатики. Что у нас тут еще варится, мамочка? Лапша. О, и мясо. Так. Вот так вечером проводим время. Играют. Все, внуки пойдут на тюбиках кататься. Здесь вот такой лифт, такая лента идет, становишься на нее, вот они становятся на нее. И поехали наверх. Вот уже первый вернулся. Vorsicht! Вертолет прилетел. Или что-то случилось, или что такое. Да, написано амбуланс. Полетел. Что-то, видать, с кем-то случилось. Так, друзья, вот опять этот вертолет приехал. Прилетел. Я ошибся. Это был совсем даже, ну, как сказать, не emergency, да? Ну, не, никто там не, значит, ничего с них, с кем не случилось. Это просто люди, которые его как бы наняли, чтобы он их отвез в горы. Вот. Вот он их тут забирает. И вот он опять поднимается, уже второй рейс делает. И все, и вот он полетел. И все, и полетел в горы. Это люди, которые любят больше приключений, там высоко-высоко в горах где-то катаются на лыжах. И вот он полетел в ту сторону. Уже второй раз вот прилетал.
Так, друзья мои, вот уже и последний день. Все. Кончились дни отдыха. И сегодня мы едем домой. Все запаковываем. И в дорогу. Вот здесь горы. Классно. Красиво здесь все. Вон та гора. Сколько? 2930 метров над уровнем моря. Да, здоровые здесь горки. Так, друзья мои, мы проехали почти 600 километров, и вот подъехали в Макдональдс покушать. Ну, дети любят, мы не очень Макдональдс не любим, но для детей фан.